из самых лучших деяний верующего – это намерение. Намерение мусульманина – это одно из его лучших деяний. Даже есть в одном из хадисов, хадис ход и слабый, имам Табарани передает от Сахля ибн Саада, пророк сказал, саллаллаху алейхи вассалям, «Ниятуль му'мини хейру мин амали». Намерение верующего лучше, чем его деяние. Да, хадис слаб, но в таких темах мы знаем достоинство намерения из достоверных хадисов, что смысл правильный. Почему? Потому что намерение – это чистое деяние. Когда человек делает намерение, там не бывает показухи, некому показать. Там и не за что, чтобы человек порой что-то делает, чтобы его похвалили, показать. Намерение его никто не видит. Оно чистое. О достоинстве намерения говорит достоверный хадис, который передает Ибн Аббас. Бухари и Муслим передали этот хадис от Аллаха Табарака ва Тааля, хадис Аль-Кудси, в котором говорится, что Аллах Субхана ва Тааля записал и благие, и плохие деяния. Потом разъяснил их. И потом установил, что тот, кто вознамерился сделать что-то благое, имел намерение сделать благое. Вот мы делаем намерение в следующем году усердствовать, своевременно намаз, по возможности в джамаате, суннат посты, садака, читать Коран, зикр, делать добро людям и так далее и тому подобное. Но не сделал. Хадис говорит, он имел намерение, но не получилось у него в силу каких-то обстоятельств, то Аллах запишет его намерение как одно деяние, как одно благое деяние. Он ничего не сделал, он имел намерение, но уже все, он минимум одну награду за это намерение получил. А тот, кто имел намерение и совершил это деяние, то Аллах Субханаху ва Тааля запишет ему от 10 до 700 крат и еще больше. Больше 700 крат тоже может быть ему награды за это деяние. Поэтому, дорогие братья, «Иннама л'а'малю бинният» — все наши деяния, как в достоверном хадисе, который передает Муслим от Умара радиаллаху анху, пророк говорит, ваши деяния оцениваются по вашим намерениям. «Иннама л'а'малю бинният». Поэтому, дорогие братья, мы должны в такой период начала, то есть мы в преддверии Нового года, сделать намерение, надежду на Аллаха, потом намерение, что мы будем лучше, будем стараться, будем усердствовать. И вот с этими намерениями мы, иншаллах, чтобы вступили в Новый год. И тогда, иншаллах, есть надежда, что мы получим эти награды. В достоверном хадисе, который передает от Анас, от Бухари приводит этот хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда они вышли на газвату Табук, сказал своим сподвижникам, «Инна акуан мам бил мадинати». Поистине в Мадине есть люди, которые остались. Какую бы лощину, какое бы ущелье мы не прошли, какую бы долину мы не пересекли, они с нами. То есть они с нами в наградах, они получают награды. И он потом говорит, их удержала уважительная причина. Кто-то не нашел средств на дорогу, кто-то был болен, но у них было намерение. Пророк говорит, каждый наш шаг, они с нами соучастники в наградах. Поэтому, дорогие братья, праведники старались больше намерений делать и стараются сделать намерение на что-то. Я и это сделаю, и это, и это. Что получится, Аллаху а'лам, но иншаллах ему награда за это будет.